Сегодняшнее сплочение граждан Молдовы должно быть для граждан Молдовы. Сегодня люди не пришли за Майю Санду, Рената Усатова или каких-то других политических. Сегодня люди должны выйти, защитить свои права и требовать досрочные парламентские выборы, которые нужно было провести давным-давно. Вот и вся ситуация. Для вас это не политическая акция? Нет, это для меня не политическая акция. Я еще раз заявляю со всей ответственностью. Если Дадон Шора будет продолжать эти боксирования в этом стиле, это очень плохо закончится для них, потому что просто люди в один день выйдут в стране и дадут им по морде. И поверьте, их не спасет ни Паша Войко, никто. Потому что я знаю ситуацию, настрой и в Бельцах, и в других городах страны. И когда кто-то, любой руководитель в истории мировой политики, который пытался остаться у власти за счет того, что вот таких голосований, как вы видели сегодня, это уже дорога в никуда. И я не понимаю Дадона и депутатов партии социалистов, потому что там есть и вменяемые люди, там есть хорошие ребята, которые понимают, что Дадон сегодня титаник, который тащит эту партию на дно. Он то, что сегодня сделал, это просто имитация борьбы. Меня задело сегодня то, что появилась в СМИ информация, я не знаю, правда это или нет, касаемо того, что они хотят зайти в Конституционный суд, привести своих судей. И вот поэтому я здесь вместе с нашими коллегами. Я призываю наших сторонников, которые есть в Кишиневе, ребят, мы посмотрим, что будет. Рано делать какие-то прогнозы. Но сегодня страна требует досрочных парламентских выборов. Граждане страны их хотят. Их не хочет конкретно тот или иной политик. И сегодня, как в нашем гимне, кто, если не мы, граждане своей страны. Астас тот, что течение День Республика Молдова, требует сфигата, пентру мобилизари, пентру облака, орчи, тентативы, для узурпа, потеря Республика Молдова.